Николай Владимирович, мы совсем недавно встречались в Ереване, где вы, думаю, согласитесь, успешно провели саммит УДКБ. Спасибо еще раз за атмосферу, которую вы создали для откровенного обсуждения большого количества важных вопросов для всех нас. Сегодня здесь встречаемся, мы, как обычно, используем такие форматы для переговоров в двухстороннем плане. Еще раз хотел бы обратить внимание на то, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером, свыше 30% второго оборота Армении приходится на Россию, одним из ведущих, даже, наверное, даже основным инвестором, около 40% инвестиций. И за первые 10 месяцев текущего года рост товарооборота 67%. Это такой серьезный, очень хороший, положительный показатель. Тем не менее, всегда вопросы есть. И рад такой возможности. Спасибо. Сегодня мы провели, я думаю, довольно удачно конструктивное заседание. И фактически весь круг экономических вопросов мы уже обсудили и в узком составе, и в расширенном составе. И уже говорили о росте нашего взаимного товарооборота, который действительно впечатляет. И я надеюсь, что вот с улучшением механизмов Евразийского экономического союза удастся вот сохранить ту динамику, которая уже наметился. И, конечно же, у нас повестка очень насыщена. И особенно я уверен, что мы сегодня обсудим и региональные вопросы. И, конечно, у нас, к сожалению, в регионе обстановка остается напряженной. И я хочу отметить, что главный вопрос, конечно же, в нашем регионе остается Нагорно-Карабахское урегулирование. К сожалению, недавно мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе, в зоне ответственности российских миротворцев. Я уверен, вы информированы, что недавно даже был перекрыт Лачинский коридор, и в Нагорном Карабахе есть очень большие опасения по этому поводу. И, конечно же, мы всегда обсуждаем эти вопросы. Я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все важные вопросы региональной безопасности.